Всем привет, с вами StevPro, и сегодня покажу мод на новую еду для Майнкрафта Pocket Edition. Ну, после установки данного мода в нашем мире появляется много новой еды. Давай сейчас изменим управление. После установки данного мода в нашем мире появляется вот такая бочка, в которой вы можете хранить товары. Да, настоящие товары, но товары это еда. Вот, например, такой топорик добавляет мод, с помощью которого вы можете рубить еду. Это у нас блендер перемешивает еду. Дальше у нас идет капуста, да, настоящая капуста, которую вы можете есть. Это перчик чили, наверное, все его знают. Острый перчик чили, да, чили, чили, перчик чили. Я помню такой мультик, пингвиненок чили. Он бегал там от медведя вроде, или от собаки. Это у нас помидорка такая красненькая. И это у нас всем знакомая картошка. Также здесь есть семена, которые вы можете посадить, но, к сожалению, почему-то они у меня не сажаются, да. Ну, как вы знаете, у меня ничего не сажается, и ничего у меня не растет, да. Вот так у меня бывает. Это у нас редиска, как видите. Вот так будет у вас примерно выглядеть редиска. Ну, давайте маленько здесь наберем вещей. Это у нас такой орешек, да, я не помню, как он зовут. Ну, и это знаменитая редиска, о которой я вам говорил немножко назад. И, кстати, эти мобы у вас не будут есть новую еду. Да, к сожалению, не давали такой расчисленности, но все-таки вы можете съесть эту еду сами. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.